доказывать без математического ожидания, вообще без всякого, тут просто легко считается вероятность, можно посчитать математическое ожидание. Поскольку, друзья, мы с вами очень много потратили сил и времени на то, чтобы считать разные математические ожидания, я предлагаю решить эту задачу, доказать эту теорему с помощью подсчета математических ожиданий. Замечательно. Ну вот зафиксируем этот самый n-однородный гиперграф. Пожалуйста, да. Значит, у него n-вершин? N-вершин в каждом ребре. А, n-вершин в каждом ребре, все. Вот как раз, когда я задачу-то ставил, я говорил, что n равно 5, потому что 5 человек было в каждой группе. А 2 в 5 минус 1, это как раз 16, 15 групп, потому что 15 меньше, чем 16. Такой частный случай. Так вот, давайте зафиксируем n-однородный гиперграф. А, я не сказал важную вещь. N, конечно, всегда строго больше единицы. То есть гиперграфы с одновершинными ребрами мы все-таки не рассматриваем. Хотя бы две вершины должно быть как бы в графе. Зафиксируем n-однородный гиперграф H, ну, с каким-то там множеством вершин V и с множеством ребер E, мощность которого строго меньше, чем 2V минус первой степени. Ну, она меньше, потому что таково наше условие. Я просто ввел обозначение для множества вершин и множества ребер. И вот ребер меньше, чем 2v минус первой степени. Так, а давайте-ка рассмотрим случайную раскраску омега множества v в красный и синий цвета. Конечно, надо договариваться, что значит случайность. Но в данном случае будем действовать тупо. То есть каждую вершину, независимо от остальных, с вероятностью 1/2 красен в красный цвет, с вероятностью 1/2 в синий. То есть такая схема испытаний Бернули, в которой вероятность успеха равна 1/2. Понимаете, да? Да. Так, сейчас введем случайную величину и проверим, как вы успеваете. От чего она зависит? Понятное дело, от раскраски, потому что раскраска случайная. Значит, x на данной раскраске омега принимает значение, равное количеству одноцветных ребер. Количество одноцветных ребер гиперграфа H. Вот в этой конкретной раскраске омега. Когда она уже случилась, мы можем посчитать, сколько в ней одноцветных ребер гиперграфа. Ну, друзья, если вы понимаете, что происходит, то милости просим. Надо сосчитать математическое ожидание x. Действуйте. Это не сложно. Угу. Это совсем не сложно. Каждый x это ребро. Совершенно верно, да. Но это не ребро, конечно, это индикатор. Ну да. Единицы, если одноцветные ребра есть. Если это ребро одноцветно, не есть, а если это конкретное ребро одноцветно, то иначе. Единица, если все вершины данного ребра одного все цвета. Все n вершин одного цвета. Да, да. Все n вершин этого ребра одного цвета. Сколько всего таких индикаторов складывается? 2 минус 2. Ну, меньше, чем 2 в степени n минус 1. Мощность E. И складывается столько, сколько есть ребер. Мощность E. Это число действительно меньше, чем 2 в n минус 1. Так. Одна вторая в степени n умноженная на 2. Совершенно верно, да. 1/2 в степени n умножить на 2 – это математическое ожидание индикатора. Так. Это будет тогда 1/2 в n умноженная на 2 умноженная на мощность E. Так. Мощность Е умножается. Ну, потому что всего у нас ребер столько, сколько есть ребер. Ну, мощность Е – это количество ребер. Мы каждое ребро тестируем на то, является оно одноцветным или нет. Таких тестов мы произведем мощность Е. Так, ну поехали. Мат ожидания Х. Ну, уравнение линейных мат ожидания. Ага. И тогда у нас будет мат ожидания Х – это сумма каких-то индикаторов. Ну, даже совершенно конкретно. Да. Ну да, это будет сумма индикаторов ребер. Всего у нас ребер мощность Z. Так мы точно не знаем, мы только знаем, что их меньше, чем 2 в минус 1. Ага. Ага. Давайте напишем, что такое x. Да.
это 0, если n больше на ребре. Единица, да, не 0. А, да. Единица, да. Да, единица. Если одна будет цвета. Ну, так звучит n вершин на ребре, как будто у ребра, да, может быть, не n вершин. Имеется в виду, что если у итого ребра все его n вершин одного цвета, да, то мы ставим единичку, иначе ставим 0. На этом ребре. Да, на этом ребре. Иначе 0. Угу. Ну, у нас вероятность, у нас два варианта. Либо все ребра красные, либо все... Либо все вершины красные. Да, либо все вершины красные, либо все вершины синие. Да, не путайте это дело с... красные. Ага. У нас вероятность будет 1/2 в степени n. Ага. То же самое, когда синий, поэтому умножаем на 2. Угу. Ну, у нас будет сумма мощности... Но сумма одинаковых величин, каждая, да, из которых такая, и этих величин мощность n. Да. Поэтому ответ получается такой. Математическое ожидание x равняется 2 на 1/2 в n на мощность e. Ну, теоретически можно здесь, убрать двойку, тогда будет 1/2 в n. Вот именно, да. Вот я это сейчас и хочу сделать. Ну, давайте. Так и напишем. Это 1/2 в n минус 1, потому что мы на двойку умножили 1/2 в n, правильно? А мощность e у нас по условию меньше, чем 2 в n минус 1. Ну, значит, произведение как устроено? Если это меньше, чем 2 в n минус 1, а тут стоит 1 поделить на 2 в n минус 1. Тогда это будет меньше, ну... Ну, не нуля, а единицы, наверное. Меньше единицы. Да, это все меньше единицы, прекрасно. Какой отсюда следует замечательный вывод? Если мат ожидания случайной величины, которая принимает значение 0, 1, 2, 3 и так далее, ну, не отрицательные целые, да, если ее мат ожидания строго меньше единицы, у нас это неоднократно бывало, то что можно сказать про эту случайную величину? То она равна... Не, она равна, вот да, есть некоторый элементарный исход. Некоторые элементарные исходы, когда нет вообще одноцветной... Совершенно верно, да, и это доказывает нашу теорию. Так, ну давайте, спасибо. Давайте я завершу. Значит, мы получили, что математическое ожидание в наших условиях строго меньше единицы. Как обычно, делаем отсюда вывод, что существует омега, то есть раскраска, такая, что x от омега меньше единицы, то есть x от омега равняется нулю. Потому что x от омега меньше единицы – это только ноль. Ну, то есть мы нашли, мы доказали существование некоторой конкретной раскраски, для которой вообще нет одноцветных ребер. Но это и значит, что хроматическое, да, число не больше двойки. Да. Мы сумели покрасить в два цвета так, вот именно так, чтобы одноцветных ребер не было вовсе. Одноцветных ребер было. Видите, как стандартная техника. Техника должна уже, ну, по идее, я так вот колышко на голове тешу, да? Она уже должна в какой-то степени тривиализовываться, потому что постоянно это применяем. И вроде получается совсем просто. Ну вот, теорема доказана. Это же, да?